Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет вновь озаряет ваши экраны, а это значит... В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. А, это снова ты? Мой ученик Юган Дейл сказал, что нашел способ перенести меня в другой мир. Но я испугался отправиться с ним. Как глупо. Теперь я могу лишь сожалеть о своем. Ну кто ж тебе виноват-то, блять? Честно, не хочу проходить концовку Агриппы, хотя банку с кровью я, в принципе, взял. А. Так, теперь дела? Наша я задача. Надеялся, что веер вернется и даст мне второй. Пройти сюда. Не, еще вот тут покопаюсь. Хуяк. А, я теперь вкурил. Нахуя нам? Вернее как, не столько даже вкурил, сколько вспомнил. Кость. Это выделение. Кровь. Жизненная сущность. И... ядовитую железу. Я чувствую, я ща нарою. Нихуя тут как много света. Чёлк. Чёлк. Также я вспомнил, на кой хуй мне смола. Блин, все шесть частей шарика. 15 августа, 1839 год. Защита, купленная кровью, разрушается. Тень мечется рядом. Ее вой отвлекает меня. Торопись, времени нет. Нужно убить еще одного. Александр достает нож. Он хочет, чтобы я резал плоть. Сделай это. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль, хладнокровный убийца. Торопись. Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Нанести краску на тело. Резать по линии. Резать плоть. Смотреть, как льется кровь. Пусть идет. Пожалуйста, я не сделал ничего другого. Наносить краску, резать по линии. Наносить краску, резать по линии. Прошу, кричит человек. Тихо, тихо, засыпай. Пиздец, конечно, такого хуя. Молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сферы, я сделал это для тебя.
А сейчас пусть твоя тень уходит. Ну и долго еще этот вьетнамский флешбэк будет длиться? О, спустило. Александр, времени мало. Мы должны действовать быстро. Я готов на все. Дорогу копать. Пиздец. О, блядь. Надеюсь, меня YouTube не забанит за эту хуйню. Ёб твою мать. Должен был спастись, но теперь ты жаждешь лишь ненужной мести. Чем ты оправдываешь это? Высшим благом? Ты хочешь оказать мне услугу? Это ты вызвал все эти смертные страдания. Тут по звуку за мной уже бегут. Ах, ты ж залупа, ты коня, сука. Схуяли, не бегите, блять, оно меня изнасиловать хочет, а я, блять, стой. Расслабься и получай удовольствие, блять, как же. Ебись ты провались, а. Пиздец. Ну и как мне от него съябывать, простите? Я ебу Али-Бабу, блядь. Не. Давайте-ка, наверное, вдоль левой стены. Попробуем, по крайней мере. Да, что-то я зря там стопорнулся, видимо. Самый оптимальный вариант здесь все-таки двигаться вдоль левой стены, потому что если... Ну, увидели, сзади за нами появляется брут, от которого хуй съебешься. Так, вот так вот по левой стеночке. Оп-оп-оп. Блять, масло. 61 трудница. Заебись. Вот так вот аккуратно обходя все это говнище. Первая дверь. Так, первое, в принципе, полубезопасное место. В этом ёбаном пиздеце. Опа. Подсветили. Так. Ах ты ж, сука. Iron Maiden, блять. Кусок шарика. Да тут я смотрю полный спектр средневековых пыток. Нихуя ж себе санаторий, блять, а? Сука, б...
Блять, я уже подумал, у меня по монитору тарик гоняет, блять. Усюка. Ебать ты его в сраку. Так, где у меня тут мост в Моровинд? Я как-то должен же пересечь этот ёбаный канал. Угу. Где-то этот кривохуй должен бродить. И вот тут где-то должна, сука, стоять трудница. Она же огниво, она же хуй пойми что. Проблема в том, что я вообще хуй пойму, где. Зря я отклонился от курса, конечно. Так, ебать. Вот она, родная. Прям как-то их мир не шурша. Надо сделать так, чтобы крыша не ехала не спеша. А крышняк у него все-таки тронувши. Так что если зайду в центр этой области, там появится монстро, которое однозначно поднимет свою большую-большую дубину и захочет меня ею изнасиловать. Так, аккуратненько закатываемся вот в это место. Так вот, блядь, как круизным лайнером. Стенку оползли. Так, здесь вроде дальше будет тихо. О, мыслецо. Теперь бежим напротив. Вот реально, не имея карты под рукой, хуй вы пройдете с этой ачивкой. Она заслужила это, маленькая. Хуя, блядь. О, грибы! Так, а чем я тебя вскрою, блядь? О, заебись! Все три ингредиента поднял. Так, о! Бычок! Разработал. Хы. Так, с этой стороны еще одно огниво. Ёпсь. Прыг. Так, кусок шарика я собрал. Так, раз. Так, раз, два, три, четыре, пять кусков. Значит, шестой остался. Так, дальше пиздячим. Реально, оптимальнейшая стратегия — это хуярить по левой стенке, вообще не оглядываясь.
там что? Во-первых. Ты всегда успеешь съебать в случае чего. Так. Проститутка. Так. Где тут еще огниво должно быть, судя по карте? А, вот оно, блять, хожу вокруг да около, я пиздец. Пошустрым и ебошим. Открываемся. Так, здесь нет ничего. Хуяк, флешка. Колесо прекрасно подходит, чтобы обездвижить жертву во время ритуала. Человека можно привязать к ободу или растянуть на колесе, привязав конечности к спицам. Затем сгодятся любые инструменты, и пытать пленника можно любым способом. Но главное достоинство колеса — провалы между спицами. Когда решишь, что жертве пора умереть, можно сломать кости конечности молотом так, чтобы жертва оказалась внутри обода. Но они ведь умрут. То есть, умрут слишком быстро. Не волнуйся. Тело человека куда прочнее, чем кажется. Они могут умирать несколько суток. Поехали. Так, а вот и последний кусман шара. Земля имеет форму шара. Прискорбно видеть хуй Амара. Так, и поскольку я тут забрался у тупик, где-то тут должно быть монстрое. Я вот... Честно, у меня сейчас родилась одна ёбнутая идея, которая вполне возможно станет моей мечтой. Сделать себе белую футболку с черным принтом, чтобы было максимально контрастно. А принтом будет следующий текст. Блять, пошли вы все нахуй, мудаки! По-моему, тварь бродит. Ну да похуй. Так. А вот теперь уже можно потихоньку пиздюхать к мосту в Моровин. Обратно, в смысле. Единственное, что сейчас ситуация позволяет проделывать это бегом. Ух, минус клирос. Ну а поскольку куски шарика мы собрали, да, по идее нужно пиздовать в алтарь.
сука, тень ебаная. Улыбочка. Зубочистку. Ты хотел, мой мальчик? Невероятно. Ты нашел рецепт веера. Еще есть надежда. Слушай внимательно, мой мальчик. Александр хочет открыть врата, портал в мой мир. Он мечтает отправиться туда. Сдержи свой гнев, мой мальчик. И позволь ему открыть портал, прежде чем отомстишь. Позволь мне пройти через врата, Даниэль. Пожалуйста, найди ингредиенты и приготовь эликсир, описанный веером. И сделай это, прежде чем соберешь сферу. Барьер во внутреннем святилище будет снят на короткое время. Чтобы спасти меня, тебе придется подготовить все заранее. Даже так. Не в рот ебись. Вижу, ты собрал все осколки сферы. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Но если ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира веера, прежде чем соберешь сферу, меня еще можно будет спасти. Ну, вообще-то я их уже собрал, так что иди-ка ты куда поглубже. Она как-то прохуярит дверь в лабу. Давайте-ка думать. Вернее, вспоминать. Ну пиздец, у меня еще и лампа потухла, ёб твою мать, блять. Дайте-ка я посмотрю, как там обстановочка. Нормально так. Вижу, ты собрал все осколки сферы. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Но если ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира веера... Блять, я сколько раз должен повторить, что я как бы его ношу. Прошу, мальчик мой. Хокин же ты аниме. Моя судьба в твоих руках. Ну ладно, раз пошла такая пьянка. Шевелимся к алтарю. Ща будет прикол. Извращенцы! Сука, втроем на одного, вы че, охуели, псы? Шоу.
Я волновался за тебя. Честно говоря, я не знаю, что с тобой делать. Я не держу на тебя зла, Даниэль. Знаешь, мы ведь очень похожи. Ты и я. Ты вправду выпил эликсир амнезии? Это объясняет твое поведение. Ты так и не закончил то, что начал. Ты говорил об искуплении, о том, как встретишь день и спасешь наши труды и меня. Что, Библию сосешь? Да, ты точно Библию сосешь. Я у тебя рассказываю, дядька. Ты можешь подождать здесь и остановить день. Спасибо, друг. Не. Блять, зачем же я должен переебать, чтобы стена развалилась? Или просто с ноги ухуярить? О, сработало. Хуяк, вы слушали маяк. Здорово копать. О, записка. Так, за кроватью масло. А, масло под кроватью я забрал, да? Или пизда? Не, все-таки хуй забрал. Зря возвращался. А вдруг меня все-таки решат изнасиловать? Это, как помните, Borderlands? Самая гейская и самая неполиткорректная сцена, когда мы в Lockdown Palace полезли, а? У меня сейчас примерно те же ощущения, но с другой стороны. Чувствую себя той самой бабой, которую тогда мы доставали из тюрячки. Извращенцы. А не, он просто дохлый. Сука, одни извращенцы. Так, идем в следующую камеру. Ок. Наркота. Ночь. Не делай этого. Ведро и огниво. Что, что ли? Ахуй. Так, говорите, один из тюремщиков ключ в трубу ёбнул. Тут добудем. Чё мы за факи? Так.
и... Ой, ключик. А это что означает? Блять! Ничего хорошего это, блять, не означает. В общем, все проблемы. А, фак. Блять, я балку поебал, пойму. Вижу какую-то ачивку. Да, двери за собой лучше закрывать. Так, бегом, 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 бегом нахуй. Сюда. Хотя в любом случае, если вы шарахнетесь влево, все равно будет не сюда. Дубль 2. Хуяк. Флешечка. Августа 1839 год. Сегодня мы подчиним мощь сферы и изгоним тень навсегда. Я чувствую приближение тени. И боюсь смерти больше, чем когда-либо. Недалеко от Альпштата есть деревушка. Там живет фермер Циммерман с женой и тремя детьми. Мы взяли карету и поехали туда. Нас не ждали. Александр оглушил Циммермана, не привлекая лишнего внимания. Барон занялся рабочими на ферме, а я пошел искать детей. Теперь у нас хватит пленников, чтобы завершить ритуал. Ёб твою мать. Это что, они всю деревню вырезали? Ох ты ж, блядь. Ой, похмелье. Я шо, блядь, пахну в похмелье. А, мать твою. Только не это. Опять это четырежды, ёбаный мясо. Блять, бесовское отродье. Мясо ебаное. А, блядь. Надо убить их всех. Сжечь замок дотла. Сука, еще и все факелы спиздили. Мясо-то там совсем охуело, я что-то не понял нихуя. Факелы спизжены, все просто в мясе въебаном.
Блять! Вон на, лучше бочку пожуй. О, лаба открылась. Так, глядите-ка. Чё, блин? Так. Да ты шо, охуев? И вот так. О! А если у меня есть это поебень? Значит, мы посмотрим два мультика в конце. А не один. Как обрушился алтарь. Похоже, проход в лабораторию открыт. Вообще-то я уже зельем приперся, дебил ты, блядь, стар. Так, а теперь мне вот в это вот комариное очко. Так, медицинская пила. Почему не медицинская ела? Или медицинская срала? Это хуй открыть. Так, крутница, масло. Блять. Опиум. Ебать, у меня 10 настоек. Ой, это я могу обдалбываться по сам, по каждому чиху. У тебя получилось. Слава богу. Слушай внимательно, мой мальчик. Оно живое. Пиздец. Я отхуярил ему голову, а он все еще жив. А? Как ему такая блядская магия, а? Так. Так, на всякий случай еще раз обойду, вдруг я чего забыл. Потому что я... О! Ну я же говорил, что-нибудь появится или забудется. Блять, мясо мешается, сука. Придется обходить, что делать. Да и нижней камеры я еще не исследовал. Тут я понял, что допустил косяк. Потому что до того, как Неф оброс мясом, я бы мог покопаться. Ой, еще масло. Сейчас, если я еще внизу масло нарою, я вообще буду, не знаю, тут, блядь, флексить по самой небалой. Так, тут все в мясе, трутниц нет. Где-то пишут трутницы, где-то пишут огниво, где-то вообще, помню, написали лампочка, нахуй.
Чисто. И... Хуя сюда влезу? Нет, влез, но чисто. Ну чё, алтарь. Наконец-то алтарь. Блять, не хочется останавливаться, но я конкретно так подзатянул. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх и до скорого.